течение 2 месяцев проблемный перекресток на набережной в районе гипермаркетов «Ашана» и «Эпицентр» закроют. На выездном совещании сегодня обсуждали, где будет находиться новый разворот и как будет действовать транспортная развязка. ДТП на этом перекрестке в последнее время случаются часто, нередко с летальным исходом, а потому для безопасности пешеходов и водителей давно было принято решение о изменении развязки возле гипермаркетов «Ашан» и «Эпицентр». Сегодня на выездном совещании рассказали, где будут развороты на набережной магистрали после закрытия перекрестка. Мы закроем не только этот разрыв, но и предыдущие и последующие по набережной магистрали. И для того, чтобы не создать транспортный коллапс на кольце улица Глиссерная, набережная, будет сделан регулируемый перекресток с возможностью левого поворота и разворота в районе улицы Грязнова. Зачастую аварии происходили потому, что водители при выезде из стоянки пытались проскочить на набережную, несмотря на короткий интервал зеленого света светофора. Теперь же при выезде от гипермаркетов придется для разворота ехать до улицы Грязнова. Значит, у нас останавливается встречный поток от дубовой рощи. Стрелка загорается, идет левый поворот бесконфликтный или разворот транспорта, который отсюда идет от Ашана. Работы по развязке на Грязнова планируют закончить до начала октября. Дальше перекресток на набережной будет закрыт.